Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке посылочка из Китая. А в данной посылочке на самом деле должен лежать прибор. Это анализатор вибрации. Вот такая вот, собственно говоря, желтенькая упаковка, которая характерна для посылок с AliExpress. Ну что же, давайте мы ее откроем, посмотрим, как он работает и что же там на самом деле внутри нам пришло. Итак, поехали. Так, будем очень аккуратненько вскрывать, чтобы ничего не повредить. По сути говоря, в обычном пакете, собственно говоря, все это мне пришло. Так, с какой стороны ее открывать, пока не понятно. А, вот с этой, наверное, все-таки. Да. Здесь такой кейс. Я на самом деле думал, что будет в коробке, но на самом деле в жестком кейсе это еще лучше. Это здесь написано «Винтакт. Профессиональный инструмент». Что ж, давайте мы с вами прочтем описание. Описание. Виброметр «Винтакт ВТ-63Б». Виброметр «Винтакт ВТ-63Б» предназначен для определения вибрации, оборудования в целом или узлов и агрегатов. В процессе использования оборудования его узлы и агрегаты изнашиваются, и первым признаком износа является вибрация. Виброметр ВТ-63Б способен оценить вибрацию по трем характеристикам. Виброскорость – миллиметры в секунду. Виброускорение – миллиметры в секунду в квадрате. Амплитуда смещения – в миллиметрах. Особенности прибора. Цветной экран. Измерение виброускорения в двух диапазонах частот. От 20 Гц до 1 кГц или от 1 кГц до 10 кГц. Память для хранения и просмотра результатов измерения. Возможность графического представления результатов. Наличие разных насадок для удобства измерения. Подсветка экрана. Автовыключение прибора. Фонарик для удобства измерения в трудных доступных местах. Широкий функционал и удобство использования виброметра ВТ-63Б дают возможность применять прибор в машиностроении, энергетике, металлургии, авиастроении и других отраслях. Смотрите, как упаковано. Все здорово. По краям здесь замотано, собственно говоря, такой пупыркой и липкой лентой. Видимо, чтобы он не открылся в пути. Так, ну, мы ее порежем. Здесь у нас, судя по всему, вот такой вот кейсик. Сделанный из пластика. На ощупь пластик достаточно приятный. Вот, что ж, давайте мы откроем. Опа. А внутри мы видим вот такой вот интересный приборчик. Ну что ж, давайте, наверное, начнем с описания, которое здесь тоже идет внутри. Кстати, хочу сразу заметить то, что здесь у нас внутри идет поролончик. Вот. И, собственно говоря, формочки для всякого разного от этого прибора. Вот у нас идет здесь описание. Оно у нас на английском языке. Это у нас Винтакт, модель ВТ-63Б. Это и измеритель вибрации. Описание у него на английском языке. Ну, это, кстати, хорошо. И хорошо, что оно не на, скажем так, китайском. А то было бы совсем как-то грустно. И разные методы, по сути говоря, исследований в области вибрации. Также у него здесь идет вот такая вот насадочка.
То есть это, я так понимаю, на головку сменная. То есть одна идет у нас, собственно говоря, на приборе стоит, а вторая вот здесь. Они сделаны чисто из металла. Просто такой вот наконечник навинчивается. Ну и, собственно говоря, сам приборчик. Он достаточно небольшой, имеет цветной дисплей. Сзади у него тоже здесь написаны характеристики, которые мы читали в описании. И здесь же написано, что он работает от двух батареек типа 3А. Давайте мы их сюда и установим. Устанавливаем мы сюда именно аккумуляторы, а не батарейки. Надеюсь, они будут работать, потому что не во всех приборах, конечно, работают аккумуляторы. Моментально достаточно он загружается. Здесь у нас уже есть какие-то параметры. А вот у нас тут, по сути говоря, есть носик. И разные кнопочки для, судя по всему, для исследования. Ну, на самом деле здесь надо... Ага, тут можно перевернуть экранчик, как вам удобно. Меню есть. Фига себе. Так, а как по нему ходить? Ага, так. Это туда, это сюда. И, кстати говоря, могу заметить, что 100% аккумуляторы, 100% аккумуляторы дают почему-то 54% емкости в приборе, потому что он, видимо, по напряжению определяет, сколько у него осталось. Так, давайте, знаете, я подготовил два таких кулера. Они у меня 5-вольтовые, работают просто от обычного, как бы, от обычного аккумулятора. Давайте я их включу. Они создают такой низкочастотный гул, и на самом деле они, ну, имеют хоть какую-то вибрацию. Так, давайте сейчас посмотрим. Надо поближе все это делать, тут что-то не очень удобно. Так, так, так. Accelerate. Это понятно. Вот разные графики измерения здесь вот какие-то есть. Так, а вот первоначальный экран, который у нас был. Кстати, тут еще файлы какие-то можно записывать, видимо. Угу. Ну что ж, давайте мы просто приложим, посмотрим. Возможно, я неправильно делаю. Ну... А, ну вот, слушайте, тут... Видимо, совсем такая, ну, переключение чувствительности, видимо. Угу. Смотрите, здесь от 10 до 1 кГц, и здесь от 1 кГц до 4 кГц вибрации. Но пока я не вижу, чтобы он что-то мерил. Так, давайте зайдем еще сюда. В общем, по-хорошему этим прибором надо учиться управлять. Давайте мы открутим эту головку и поставим другую. Так, все, мы ее прикрутили. Опять я врубаю. А, надо нажимать на эту кнопочку, чтобы он считал. Или ее держать надо. Да-да, ее надо держать, и тогда он будет считать, смотрите. Угу. Так, а теперь давайте зайдем, посмотрим, вот как он графики может рисовать. Так, я опять нажимаю. И поехало.
То есть даже с графиками рисует это. И это, кстати, очень круто, хочу вам сказать прям. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас. Ой, так, опять меню. Окей. А, это у нас есть это. Так, тогда сюда, окей. Здесь то же самое. Зажимаем. И пошла кривая. Вот 1 миллиметр в секунду. Вот такая вибрация у него. Графики идут. Так, давайте посмотрим, что акселерация. Вот тут есть еще какая-то у нас. Акселерация. Так, нажимаем. Акселерации никакой нету. Ну, то есть акселерация, это когда его, я так понимаю, шатает. Вот я его шатаю, и пошел график. Это круто тоже, да. Акселерацию тоже меряет. Калибрейшн, ну и так далее. Собственно говоря, вот три измерения, которые нам надо. Ускорение, вибрация. И вот третье, я еще что-то не понял, что это такое. Но прибор достаточно чувствителен, потому что данный кулер почти не вибрирует у меня в руке. А, еще дистанцию он меряет. В общем, как-то вот так вот, друзья. А данный прибор я достаточно давно ждал. Теперь объясню, зачем он мне нужен. Как вы помните, у меня на канале были игрушки для взрослых. И я хочу сказать то, что было сложно как-то какую-то вибрацию измерить у них, там показать и так далее. Вот с этим прибором я уже буду точно понимать и даже строить графики. И помимо графиков можно даже строить и рейтинги на, там, допустим, разные девайсы для взрослых. Поэтому, наверное, вот после этого прибора мы теперь будем уже как бы обозревать разные игрушки для взрослых. Давайте с этим посмотрим. Вот это поинтереснее, мне кажется, насадочка передает, она все-таки вибрацию. Так, а если мы вот Highfield сделаем? Это очень для очень жесткой вибрации, это от 1 до 4 кГц. У нас такого тут нет, то есть у нас такая она совсем низкая. Так, теперь мы выключаем, да, он просто выключается. А теперь данный девайс я буду юзать, и, собственно говоря, вы его будете в дальнейшем видеть в обзорах. И здесь же у нас будет возникать какой-нибудь значочек в этом углу, который будет показывать, что сейчас измеряется вибрация. Ну что ж, это был вот такой вот обзор прибора, виброметра, грубо говоря, от компании Винтакт, модель VT63B. Что ж, если вам понравился данный мини-обзор, ставим ему большой палец наверх. И если у вас остаются какие-то вопросы, дайте мне знать.